Программа режиссеров Владимира Ворокова, Рины Мартиросовой. Взгляните на лицо. И поздравить вас от имени четырех национальных культурных центров: азербайджанский национальный культурный центр Азери, турецкий национальный культурный центр Ватан, тагестанский национальный культурный центр Дагестан и татарский национальный культурный центр Тугантель. Ну вот мы уже пятый год вместе отмечаем Новрузский байрам. Это как весеннее равноденствие в буквальном смысле этого слова. Я вот несколько слов хотел бы сказать о нашем празднике, который отмечают не только в Азербайджане, не только в Дагестане, Татарстане, а одновременно отмечают в Узбекистане, Казахстане и в других тюркских, персидских и других народов, которые имеют этнические корни. Ну и другие народы отмечают. Это как Новый год, обновляется природа. 2009 года это праздник включен ЮНЕСКО, наследие ЮНЕСКО, духовную культуру ЮНЕСКО. И отмечается оно почти что в многих странах, ну, бывшего Советского Союза в том числе. Что это означает? Это Ноуруз означает Новый год, в буквальном переводе с персидского. В буквальном смысле, в VI веке впервые на государственном уровне этот праздник начали отмечать. Это как праздник равноденствия, когда начинались весенние работы, когда начиналось обновление природы. Начинались это работы, земледельческие работы, начинали пахать, постепенно начинались. И одновременно символизирует этот праздник, это любви, взаимопонимания, прощения. И именно вот эти дни они обычно сооружают большие костры, через чего прыгают, ну, кого возможность есть. А языки пламени как бы слизывает с человека неугодность, глаз, там, не порчу. Обычно ходят друг к другу. Первые два дня отмечают у себя дома, а остальные дни начинают ходить друг к другу, гости. И как маленькие дети обливают друг друга водой. Вот одновременно до этого праздника символизирует четыре четверга, которые вот это как четыре стихии: земля, вода, небо и, естественно, огонь. Проросшая пшеница – это символизирует обновление природы. Это одновременно выращивает, чтобы хороший урожай был. Ну, вот здесь одновременно многие народы делают, и азербайджанцы тоже делают. Вот пахлава, вот ромбовидные, шахер-бура называется, и другие сладости, которые и одновременно готовят различные явства, блюда, национальные блюда. Ну вот в Дагестане, в Азербайджане и других народах долму готовят, плов, ну, в общем, различные явства. Мы в Кабардино-Балкарии с удовольствием откликнулись на сегодняшнее приглашение, потому что действительно это всенародный праздник, все одновременно как бы наступает и Новый год, и весна, и все вместе. Дай Бог вот с началом вот весны, с началом вашего доброго праздника, пусть приходит людям счастье, здоровье, благополучие. От лица всего нашего депутатского корпуса, парламента Кабардино-Балкарской республики, передаем вам искренние поздравления, пожелания всего самого доброго, самого прекрасного, здоровья, мира, благополучия всем вам, в том числе и жителям Кабардино-Балкарии. Thank you.
мы отмечаем этот прекрасный праздник, праздник весны. Весна – это действительно «нав» с фарси переводится «новое». Это оживление в природе, мы это все сами воочию видим всегда. Начинают журчать ручьи, начинают цвести деревья, цветы. Вот это все складывается и называется «Навруз». Этот прекрасный праздник. Государственный комитет по делам диаспор Азербайджанской республики прислал поздравительное, в котором говорится: «Дорогие друзья, земляки, поздравляем вас с праздником Новруз-Байрам, который, согласно нашим традициям наших народов, это день обновления. Поздравляем вас, ваших друзей, их семей, праздником любви, обновления и взаимопонимания, чтобы всегда царил дружба и взаимопонимание, и любовь между народами Кабардино-Балкарии. Мы пришли разделить с вами этот праздник. Не первый раз мы же это отмечаем. И спасибо вам за организацию и за напоминание тех традиций, обычаев, которые существуют в мире. Самысы шатлык болсын, шатлык күннәр болсын, бақытлар болсын, әпәйләр көп, тұрмышлар яқшы болсын, семьяларда, күмді. Я хочу сказать, что в семьях, дома хлеб насущный, все, и в Кабардино-Балкарии, и во всем мире, чтобы только дружба была. И чтобы мы этот праздник на следующий год встречали такой же, и больше, чтобы нас собиралось, и все, чтобы здоровые, счастливые, радостные были. Thank you.
это начало, действительно, это весна. Весна, чтобы эта весна, дай Бог, чтобы принесла нам много радости, чтобы в этом году было счастье, много урожая, добра, мира и здоровья. Спасибо, что пришли. Дагестанский народ вместе со всеми отмечает всегда. И так и будет. Спасибо вам. Сегодня с весной все мы труженики, и большинство сегодня присутствующих — это те, кто трудится на земле. Поэтому я желаю плодородия, хорошего урожая в этом году, чтобы весна дала все, и солнышко дала, и водичку дала, и чтобы наша плодородная земля в Кабардино-Балкарии в этом году дала хороший урожай, чтобы наши руки были здоровыми, чтобы мы могли трудиться, чтобы не болели ни у кого ни коленки, ни голова, чтобы у всех было здоровье, в семьях благополучие, всем нашим близким, потому что если кто-то не приходит на мероприятие, бывает какой-то, ну, там, грустный повод. Поэтому желаю только хороших поводов для наших встреч, свадеб. Весна пришла, свадьбы. Желаю, чтобы у всех были свадьбы. Конечно же, зарождались дети, внуки, чтобы было у нас пополнение. Всем счастья. Спасибо большое.
Уважаемые друзья, я поздравляю вас с этим замечательным праздником. Прежде всего, я хочу поблагодарить эти четыре прекрасных наших центра, которые ежегодно, из года в год, все краше и краше проводят этот праздник. Это прежде всего татарский центр Мирас, Тугантел, потому что женщину не могу обойти стороной. Конечно, во главе с профессором Дадашевым, рядом турецкий центр Ватан Юлунда и Солнечный Дагестан. Вот эти замечательные люди усилием всех своих членов Национально-культурного центра проводят этот замечательный праздник весны, света, мира, добра и прежде всего общения. Мы же собираемся и видим друг друга. Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери, я не знаю более большой роскоши на свете, чем роскошь человеческого общения. И это самое замечательное, что у нас есть. Спасибо вам за это, благодарю вас. И хочу пожелать всем нам, чтобы эта весна вошла в ваши сердца, чтобы этим светом наполнились ваши души, чтобы радостью был наполнен каждый дом сидящего из вас и всех членов ваших наших, всей этой национальной палитры, которая сегодня представлена. И я хочу, чтобы энергия этой весны скрепляла и без того прочные узы наших взаимоотношений, чтобы они были совершенно нерушимы.